Ну чё, пацаны, реакция на Developer Update 6? У меня тут печеньки есть. Дешевые, правда, но это невелика потеря. Охуенно. Мне очень нравится, что человек, который делал им превьюшку, он вообще, блядь, не запарился, то есть вообще ему поебать было. Вообще похую. Нет бы сфоткать на гринскрине, нет, блядь. Окей, мои предположения. Во-первых, это будет лагать, потому что казино, ну, казино, оно априори огромное. Типа огромный зал, несколько этажей. Если у них ебучий китайский магазинчик лагает как сука, то этому пизда. Наверное, нужно написать все, что нужно. Все, я свой доволен. Golden Green Casino, 2015 год. Ну, опять казино. Ля. Блять, мне показалось, это Chains. Еба. Ой, блять, какая же ебатория. Ну чё, народ, погнали нахуй. Let's go. Ноль. 17+, мне нельзя. Нихуя у них печенье! Нихуя у них печенье. Да-да-да, я тоже. Ля-ля-ля, Джой. City of Gold. Гони нахуй. Хорошо, не джакет. Да мы это видели, блядь! Они один трейлер 200 раз показывают. Переходы из Вегаса. Это интродакшн, так что похуй. Ты немного подлагиваешь, да. Блять! Я вообще его не слушаю, но он так говорит охуенно. Пайдэй развалился. А как скипнуть? Опа, ну, спойлеры нам нужны. Блять! Это просто... Блять, опять прямая кишка! Так это казино будет на лодке? Хуй знает. Потому что написано Lifeboat, блин, слева и справа. Это будет яхта и одновременно Golden Green Casino. А, ну то есть минус FPS, я вас понял. А стелс будет? А как они хотят, чтобы враги там появлялись? С вертолетов? С лодок нахуй? А может это только Only Heist, который может пройти стелсом? Блять, опять что ли? О, хуй получился. Блять! Это нельзя добавить, блять, в Хейс DLC. Блять! Какая хуйня! Ладно, перчатки не были в модах, ну ладно. Мне понравились маски, но, блять, все остальное это пиздец. Блять! Ёбаный Saints Row. Абсолютно. Не понял. Ну. They look so good. So good, блять, вот этот Даллас. Блять. Где тизер? А это, блять, что такое? Нихуя. Нихуя, Payday 3. Payday 3, нихуя. Не понял. Они Crime Fest? Если это будет Crime Fest, это было бы, блять, охуенно. То есть, получается, 10 дней будет Crime Fest. Охуеть. Ля. Можно добавить второго Хокстона. Блять, еще брелки бесплатные на этот раз. И все. А представь, вот этот Crime Fest будет, сука, платный. Не, всегда был бесплатный. Другой вопрос, что там хуйня контент будет, поскольку у них денег нет нормальный. Типа раньше добавляли новые враги, новое оружие, новые хайсты. Здесь я уверен, не будет бесплатного хайста, точно тебе говорю. Ну ты его сейчас анонсировали, этот яхту, казино, да? Это не будет бесплатным, это точно, потому что еще Тейлор Пак какой-то показали. Да-да-да. Не, на самом деле неплохо, типа если Crime Fest будет неплохим. Типа Crime Fest'ов не было уже года 3, по-моему. Вроде бы в 2018 году последний. Да-да-да, когда Бэйн сдох. Я думаю, добавят какого-нибудь персонажа, который нахуй никому не нужен. Не, бля, мне кажется, они не добавят персы, не добавят. Не думаешь? Ну потому что смотри, если добавлять персонажа, то что нужно, чтобы другие хайстеры... А, ты еще знаешь, нужно платить деньги, чтобы войс-актора взять, блядь. Нет, войс-актора они любого долбоеба взять могут, а именно чтобы старые актеры озвучили, чтобы Бэйн озвучил, Лок озвучил. Они плюс, по-моему, с Саймоном Выкладом там посрались, если я не ошибаюсь, и поэтому Бэйн точно не будет. Хотя хуй знает. Понятно. Понятно. Нихуя непонятно. При чем здесь Сан-Франциско? Блять, может лодка в Сан-Франциско застряла, а там, блять, казино, и казино надо грабануть друзья Оушена. Если лодка с...
если лодка с казином, то почему это не этот, не Сан-Франциско? Ой, блядь, не Лас-Вегас. Это было бы аутентично. Какой нахуй Сан-Франциско? Когда мы будем по этому мосту бегать? Йоу, у нас же уже столько хайстов есть, где есть мост, добавьте этот. Вот есть Green Bridge, а будет как там Красный Bridge. Red Bridge. Red Bridge, да. Детишки будут радоваться, качать. Я не понимаю, что они, типа, если каждый день будет выходить контент, то... А чем они, типа, сейчас в последнее время не очень много контента выходит? Ну, брелки, инфами... блять, что? Блять, они... точно! Они собирают деньги на Payday 3. Ну так, Crime Fest бесплатный. Но все равно люди будут покупать игру, чтобы поиграть в этот Crime Fest. Ой, блять, да игра стоит сейчас 25 рублей. Да, кто-то покупает вообще за 125, блядь. Кто-то за 400. Кто-то за 400. Кто-то покупает еще DLC, а не пользуется DLC-анлокером. Кто-то вообще покупает. Они могут добавить новые звуки присоединения. Это же вообще нихуя делать не надо. Вообще, да. Перчатки новые, ура! Как думаешь, какой бы звук добавили? Неважно, я заменю его на отрыжку. Мне вот будет смешно, если там в конце, типа, вот этот билетик Crime Fest, если это будет платный проход до Crime Fest, как в Team Fortress. Вот я вот и думаю об этом. Почему вот, блядь, вы... Так вот как они могут сделать деньги с Crime Fest. А помнишь, когда Hype Train был? Там нужно было покупать DLC, Completely Overkill, как я помню, чтобы этот Crime Fest сделать, потому что что-то у них там было... С чем там проблемы у них были? Я не помню, просто деньги. Всегда у них были проблемы с деньгами. Добавьте новое рукопашное оружие. Какое? Блядь... Не, ну, блядь, какое? Микрофон Альмира. Карандаш Альмира. Был. Линейка была уже. Ножницы. По идее, очумелые ручки. Констовары, высший класс. У ножниц будет такая же анимация, как у бабочки. Ножницы, крутишь, ветишь, ля. Смотрите, пятиклассник Вова. Понимаешь, так все держится на модах грёбаных. Игра это просто такой кусочек говна, который вставляет палки, чтобы оно работало. А палки это моды. Ну вот ты взял говно, вставил палки, что получилось? Блять. Что-то, игра. Говно с палкой. Какая сделана из говна и палок. Не, ну как машинка еще пойдет в Гаррис моде готовится. Так по идее же сделан на дизеле. На дизеле, это... Игра какая-то была про машинки на дизеле была сделана, да, вроде, да? Автосалон называется. Вот, нужно физику машины сделать нормально, вот. За деньги? Не, ну, кстати, на масок, мне интересно, вот этот Viper Cyberjack, будет ли он светиться? Не, ну, кстати, маски плюс-минус неплохие, костюмы. Надо смотреть, если у них раскраски. Или, блять, это два костюма и все? Блять, это не четыре костюма, это два костюма с двумя раскрасками. Даже так? Наверное, ну, так показывают. А, один зеленый, другой красный. Я додумал, четыре костюма, хахуй соси. Блять, а вот если было бы четыре костюма? Сука, вообще обломали с этим Тейлор Пак. Не покупайте DLC, ребята, юзайте DLC Unlocker, все. Не, кстати, нет, точно будет лаудом еще. Здесь я смотрю, при планинг здесь есть побег через вертолет, громко. Это энтри. А, если это энтри, то да. Честь имеем, господа. Нихуя мы не имеем, уже нас имеют на деньги.